Год новый, а проблемы старые. И вновь возвращаемся к вопросу корректировок по отоплению в Кировске. Дом 4 по улице Кирова введен в эксплуатацию в 1938 году. С 2015 находится под управлением компании «Партнер Плюс». Корректировку ТГК выставила за 2 года. В итоге сумма составила 613 рублей 19 копеек за квадратный метр. Сели, выходят прямо на улицу. Мы в этом подъезде. Вы просто были в том подъезде, зайдите сейчас сюда, предбанник построите. Тут минус. Там плюс. И это далеко не все проблемы. Постоянно текущая кровля, которую управляющая компания постоянно ремонтирует, и многое-многое другое. Но когда пришли квитанции с корректировкой, жители подняли тревогу. Писала в жилищную инспекцию Мурманской областной. Пришел ответ, что за 2016 год корректировка полностью надо платить, а за корректировку 2017 года будут еще разбираться. Кирова 4 – четырехэтажный многоквартирный дом с верхним розливом. Трубы все заизолированы, да и состояние чердачного помещения неплохое. У нас эти работы выполнены были ранее, работа ведется постоянно. То есть при замене трубопроводов меняется изоляция. Вы можете увидеть, есть как старая изоляция, так и новая изоляция. То есть если пройти по всему чердаку, все трубы заизолированы. Здесь на чердаке у нас входящий трубопровод, это основная без изоляции потеря тепла. Вот все работы, какие можно было, приведены в соответствие. На сегодняшний день дом работает в нормативных параметрах. Но проблема с высокими перерасчетами так и может остаться. В разных домах разные ситуации, разные причины. Постоянно их выяснением занимаются специалисты. Где-то действительно наладка системы и теплоизоляция проблему решили. Где-то, возможно, есть другие ситуации, другие проблемы. Но вот, в частности, проблема с домами сталинской постройки может заключаться в отапливаемых помещениях, которые не используются. В этом районе многие дома с огромными подвальными и цокольными помещениями. Когда-то в них располагались магазины, начальная школа, детские учреждения дополнительного образования. Сейчас они пустуют. Решение проблемы есть – создать совет многоквартирного дома, который сможет выступить с инициативой сдачи в аренду пустующей собственности жителей дома.